Здравствуйте, уважаемые зрители. Для меня огромная честь находиться сегодня на этом замечательном концерте. Петь для вас, для моих дорогих слушателей. И с огромным удовольствием хочу спеть замечательную песню, которая называется «Отдашь».
сказать по секрету, что специально за Димашем приехали его поклонники из разных стран мира в количестве 80 человек. Сегодня на сегодняшний день это один из самых востребованных артистов. Потрясающе талантливый. Обладатель гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2015» Димаш Кудайберген. Встречайте! Ассаламу алейкум! Добрый вечер! Be my eyes, a time.
Димаш Кудайберген. Браво! Үлкен рахмет. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Я, в свою очередь, хочу выразить вам огромную благодарность за то, что... Спасибо. За то, что дали возможность быть услышанным. Спасибо большое. Спасибо. Приезжайте вам, Димаш. Витебский зритель любит вас. Приезжайте снова. Спасибо. Рахмет. Димаш Кудайберген. Рахмет.